Меня зовут Константин Горбунов, мне 27 лет, и у меня повис компьютер. Так, сейчас он отвиснет. Вот, мне 27 лет, я владелец маркетингового агентства Monster Context, которое было создано в 2013 году. И на данный момент, ну, наверное, навряд ли нас можно назвать какими-то суперлидерами рынка и тому подобное, я не буду привирать, но, тем не менее, мы довольно-таки крупная компания, которая не развалилась спустя несколько лет, и мы растем. Самое главное, что мы растем, и количество людей, которые знают о нас, оно постепенно, даже не постепенно, оно в геометрической прогрессии растет. Поэтому все меньше приходится заниматься инфобизнесом, все больше приходится работать с различными проектами. Что ж, на данный момент я нахожусь в Таиланде. Вот, я нормально, в принципе, себя чувствую. Но это, я думаю, все инфобизнесмены говорят, поэтому об этом я не буду особо сильно и на это делать какой-либо акцент. Единственный акцент, какой я сделаю, что я обучаю Директу и AdWords 2013 года. Причем Директ я начал проводить первый семинар где-то в мае 2013 года, и в рамках бесплатных семинаров живых через меня прошло, наверное, больше... Действительно, 3000 человек, а в рамках бесплатных вебинаров 10, около 10 тысяч за эти 3 года. В принципе, это не такое супер большое число, но, тем не менее, это приличное количество людей. Тренинг директологов прошло около 540 человек. Действительно, очень хороших аттестованных директологов сейчас на выходе около 300. То есть это ребята, которые действительно очень круто умеют настраивать Яндекс.Директ, ну, их 70 или 80% тех, кто прошел тренинг директологов, и более 100 профессиональных маркетологов, которые мы обучили. То есть мы выдали и сертификаты свои собственные, и эти директологи, и маркетологи смогли пройти сертификацию в Яндексе и Гугле. Ну и открыли несколько маркетинговых агентств, не только себе, но и, собственно, учеников. Некоторые ребята, в принципе, которые сейчас сидят в чате, я уверен, открывали агентство после моего тренинга.